Друзья, всем привет, с вами Шестизарядный револьвер. И сегодня у нас достаточно интересный выпуск, достаточно рисковый. Я сделал депозит в размере 14 326 на скреб по сусекам, поэтому давайте попробуем сегодня окупиться. Только с промокодом SALE40 ты сможешь почувствовать себя настоящим человеком. Промокод SALE40 дает 40% к твоему депозиту. Делай депозит с промокодом SALE40, и ты найдешь под подушкой 5000 рублей. 14 300 у нас на балансе. Значит, можно открыть что-то подороже. Вот какие вот дорогие интересные кейсы есть. Зорла Кока. Невероятный ник невероятного человека. Давайте начнем, в принципе, открывать, я думаю, по одному. Тут, в принципе, нам нужна шмотка уже там не за 5000, да. Даже не за 10, но что-нибудь за 15, за 20. Зорла Кока вроде как должен быть хорошим кейсом. Что-то из него можно словить точно. Музей элиты. Сколько стоит музей элиты? Не интересует. Возможно, ничего совершенно не выпадет. Да, и этот депозит будет просто сделан напрасно, друзья. Потому что я неоднократно говорил, зачем делать такой большой депозит, если можно сделать поменьше, в принципе, пооткрывать дешевые кейсы, которые и так нормально сыпят при том депозите, который вы делаете. А тут получается то, что я своим принципом, да, друзья, уже изменяю, уже что-то выдумываю. Блять, ну проебать пятнашечку, это как-то прям будет слишком обидненько. Ладно, я открываю последний раз и ухожу в другой. Ну, тем более птичьи игры, ну... Иди нахуй отсюда. О, может быть, нам сейчас хватит на какой-нибудь Алым Дигл, допустим. Нет, ну тут пламя вряд ли выпадет. Давайте что-нибудь... Вот, допустим это, нормально, за 1900. И можно словить, но за 17-ку, если словить, будет вообще просто, ну, супер, супер отлично. Ну, первый блин комом, друзья, как, в принципе, и везде. Еще раз, и баланса уже нет. Блять, если не выпадает эмка, то как бы, блять... А я говорил, почуял, просто по нюху пришел. КТМ4А1С, поток информации, шикарная эмка, шикарно окупает данный выпуск. Давайте дальше. ФСМ 22, нет, не очень реально, Глок 14. Блять, но Глок некрасивый, поэтому думаю, нахуй его. Реддер, давайте его пооткрываем, нормально. Ух, блядь, да что-то я переборчил, десятку поставил за такую цену. Можно еще по-медленному просто посидеть, посмотреть, что тут может выпасть. Ну, если, конечно, не будет постоянно выпадать кардио-скар. Кстати, неплохой скар вроде бы, будто бы, да не знаю. Ну, даже отсюда, я не знаю, какой-нибудь неонуар, хотя нет. Опа-па-па-па, сколько же она стоит? Нисколько она не стоит в сравнении со стоимостью данного кейса. Ну, возможно, и хватит, да, на этом, как бы, сайт подумает, потому что все-таки, ну, предметик за 17 000, ну, и, конечно, до поверхности закалки калаша и не докатится никогда. Почему бы и нет, да, прямо сразу в руки. Давайте одним быстрым. Вау, у меня остается, ну, давайте, ладно, рискуем. All in, просто полностью, да-да, нет-нет. Ну, возвращает. Может, сейчас выпадет что-то напоследок, ну, было бы, правда, очень хорошо. Если ножички еще вот за девяточку словить. Ох. Снежная мгла. Он очень красивый, когда он, естественно, полностью в снежной мгле. А когда так, то еще какие-то окурки, блядь, черные, черкаши. Ну, я сижу, пиздец, как будто критик просто. Все что-то критикую. Скины, названия скинов, блядь. Что-то мне все не имется. Ну, кстати, смотрите, опять 3000 на балансе. Может быть, все-таки урвем еще что-нибудь. Может быть, урвем. Напишите в комментариях, неоднократно говорю, какой ваш любимый нож. Вот мне, например, коготь как нож не нравится почему-то. Ну, то есть именно вот керамбит, коготь, блядь. Ну, во-первых, это одно и то же, да, будто бы. Ну и как-то хуй знает. Вот штык-нож М9, заебись, будто бы. Как зубочистка ножек, тоже очень красивый. Стиллер или как он, блядь. А я вот все это время неправильно говорил, поэтому вставлю себе просто в Google переводчик, как это правильно читается в мои уста. Нравится мне ножик. Стилет. Можно что-нибудь пофармить, да? Майнинг. Помайнить. Давайте вам. Хайпер. 3000 это же будет у нас, если еще добавится. Полторашка есть. Ладно, полторашку уже тоже будем забирать. Вот если еще 5-7 сейчас словим под конец. Блять, я думал выпал. О, даже пятерик можем открыть. Вообще шикарно.
Ну, в принципе, получилось на самом деле неплохо. Не так плохо, как я ожидал, потому что я думал то, что, ну, а эта пятнашка будет просто, блядь, моментально слита в секунду, как по щелчку Таноса, просто эти 15 тысяч вот так вот просто развалятся. Не знаю, в последнее время не окупало. Вот реально в последнее время не окупало, последние выпуска 3, но реально либо в ноль, либо чуть в минус, либо там, блядь, на 100 рублей в плюс. И тут такая значимая сумма, ну, на самом деле, уже не маленькая, 15 тысяч депать, блядь, чтоб тебе покрутить, ну, так себе, на самом деле, предложение. Лучше, можно и поменьше депать. Ну, как по мне. В целом, получается, что мы тут не особо прям в огромный плюс вышли. Депнули 15, ну, получили там где-то 18, да, 19. Ну, не, в любом случае, заебись. Главное, что плюс, а не минус. Все остальное похуй. Поэтому делайте депозит с моим промокодом на замечательный сайт MyCSGO. А я буду с вами прощаться. Всем пока.